Ассаламу алейкум. Я себя не слышу. Меня слышно? Еще раз всем ассалам алейкум, девочки. Я очень рада, что я могу сегодня провести этот вебинар. Мне очень приятно, потому что это для меня опыт вести онлайн-встречи, вести свой бизнес на онлайн, перевести свой бизнес на онлайн. Спасибо вам, Авлюда Рахматовна, за то, что дали мне такую возможность. Это действительно очень хороший опыт, оказывается. Я все думала, когда готовилась, я все думала, как это все будет. Оказывается, все очень легко. Тем более здесь не так сильно волнуешься, может быть, по голосу незаметно, но все равно не так сильно волнуешься, чем перед сценой выступать. Ну, я сегодня постараюсь немножко дать вам информацию о нашей любимой продукции. Сегодня я хотела бы дать информацию об уходе за кожей лица. Дело в том, что у нас у всех есть чаты. В наших чатах мы бросаем только те информации, которые хотим, чтобы наши консультанты воспользовались. Сегодня у меня презентация, где-то около 40 страниц получается. Вы можете эти страницы, которые вот картинки будут появляться на экране, вы можете у себя сохранить. Они как шпаргалки будут вам. Возможно, они понадобятся. Дело в том, что, как предыдущие спикеры заметили, если ту продукцию, которую мы, наставники, рекламируем, наши консультанты рекламируют своим клиентам и продают. Соответственно, и объем продаж поднимается, и баллы поднимаются. И я почему остановилась на уходу за кожей? Потому что у нас уход за кожей. Я вообще сама люблю продукцию ухода за кожей. Я вот должное внимание обращаю на это. Все время проводя мастер-классы, тренинги у себя в структуре, я каждый раз подчеркиваю своим девочкам, если мы продаем красоту, а мы сами не пользуемся и не являемся, да, вот не подчеркиваем свою красоту, то у нас эту красоту никто покупать не будет. Поэтому вот уход за кожей, это вот я считаю, что основное и самое главное для нас. Так, уход за кожей лица. И сначала я хотела, ну, как многие из нас, мы все практически знаем, что прежде чем как что-то рекомендовать нашим клиентам, мы сначала определяем тип его кожи. По типу кожи у нас в каталоге вся наша продукция разделена по типу кожи и по возрастному. Поэтому всегда я своих консультантов и новичков, и лидеров стараюсь и обучаю их, чтобы они, прежде чем как рекомендовать или рекламировать какой-нибудь продукт, сначала они выяснили или уточнили у клиента, какой тип кожи, какая возрастная категория у этого человека и именно что этот человек хочет. Потому что вот иногда приходят и спрашивают, дайте нам крем. А мы спрашиваем, какой крем? Они удивляются, ну, крем для лица. Я говорю, как, какой для лица? Но он бывает разный. Вот что вы от крема хотите? Вот сначала нужно конкретизировать, что этот человек хочет. Аким Мухбира, у вас не открывается? Так, у меня сейчас картинка «Уход за кожей» стоит. А, хорошо. Поэтому сначала определяем тип кожи, возрастную категорию, как я сказала уже.
И после этого уже начинаем рекомендовать человеку. Крыма я чуть-чуть попозже скажу насчет кремов. А сейчас вот основное, если у нас кожа очищена, если у нас кожа готовая к нанесению кремов, то если у нас кожа чистая, то любой крем, питательный, увлажняющий или любой макияж будет ровным. Соответственно, кожа лица будет сияющей и вид очень здоровый видом. Поэтому во время мастер-классов, во время проведения мастер-классов девочкам всегда говорю, отдельно нужно отделить все время. Иногда девочки приходят, говорят, вот мылом возьмем и умоемся, все, нам никакой мицеллярной воды, никакого тоника, никаких масок, ничего нам не нужно. Я потом спрашиваю, я говорю, как мылом? Я говорю, ну там мыло, я понимаю, что она смывает макияж, но после мыла столько остальных вещей остается на лице, вы хотя бы тоником, там мицеллярной водой или элементарно хотя бы скрабом пользуетесь? Некоторые удивляются, они говорят, зачем? У меня вот я никогда не пользовалась, я не хочу, чтобы моя кожа вот увидала, я не хочу вот лишний вред наносить коже. Это вначале, если честно, меня удивляло. Но после, постепенно-постепенно, я уже начала понимать, что вот эти вопросы, эти удивления со стороны наших клиентов и консультантов бывают из-за того, что у них нет определенных знаний, у них нет определенной информации, что кожу нужно очищать поэтапно. Если кожу очищать поэтапно и кожа уже готова, то никакие морщинки, там покраснения или аллергические эти не вызовут у вас. У нас в компании, я вчера вечером посчитала, более 150 продуктов именно уходу и очищением кожи оказывается. У нас очень богатый ассортимент. И плюс к этому я обратила внимание, что именно уход за кожей, именно вот очищение по баллам, если взять, чуть выше, чем остальное гигиена. Поэтому это для нас, лидеров, дополнительный бонус будет. Так вот, система уход за кожей, то, что сначала нужно демакияж, так, мицеллярная вода, молочко, тоник или масло для снятия макияжа. Здесь я взяла общую, которая подходит для всех типов кожи. Очищение – это пенка, мусс, гель для умывания. Если глубокое очищение взять, это скраб, пилинг, гамаш. Тонизирование – это подготовка уже перед нанесением кремов. Это тоники для лица, разные маски, там тканевые, гелевые. У нас очень широкий ассортимент тканевых масок. Последние вот в этом каталоге новинки вышли, вообще шикарные они. И потом увлажнение и питание. Крема там ночные, дневные и сыворотка для лица. У меня у самой кожа проблемная. Я до того, как подобрала себе крем, вообще уход за кожей, очень сильно мучилась. Дело в том, что у меня комбинированная кожа. У меня Т-образная зона очень жирная, а вокруг глаз и щечки сухие до такой степени, что даже раздражаются. Я не могу обычным мылом умываться, потому что у меня сразу же высыпаются и покраснения, и такое ощущение, как будто кожу нужно сдирать. Поэтому пока я поэтапно попробовала, как говорится, провела эксперимент на себе, прежде чем как рекламировать и показать своим консультантам, я прошла очень много этапов. Мне вот серия Oxyology, почему он мне нравится? Серия Oxyology, он для любой тип кожи. Он вот именно рекомендуется по типам кожи. Он для жирной или сухой, там нормальный, комбинированный, можно подобрать. Здесь тоже очень богатый, широкий ассортимент продуктов,
что можно по отдельности и гели для умывания взять, или можно там скрабик, тоник, по отдельности можно по типу кожи спокойно своим клиентам порекомендовать. Я вчера поискала информацию, и вот в одном сайте я нашла, что серия Oxyology рекомендуется 18+. Если это 8, действительно это так, то это вообще очень здорово, потому что у нас сухой климат, у нас наша кожа и при таком сильной жаре очень сильно воздерживана в теплоте, вот жару, поэтому сухая кожа и вот мертвый эпидермис в верхнем слое кожи у нас очень сильно вот наблюдается у многих наших женщин. Поэтому вот серия Oxyology, она вот, можно сказать, это спасение для нас. Так, вот я разделила эту картинку уже для нормальной и сухой кожи. Я не знаю, если, девочки, вам кому-нибудь интересно, вы можете мышкой провести по экрану на картинку и нажмите правую кнопку, там откроется у вас окно «Сохранить как». И вы можете эти шаблоны сохранить у себя на компьютере, уже отправлять в свои чаты, если это вам интересно. Так, начнем тогда с нормальной и сухой кожи. Нормальная и сухая кожа у нас, сухая кожа обычно очень тонкий слой, тонким слоем кожи. Очень трудно подобрать для сухой кожи уход за кожей. Дело в том, что не все продукты подходят для сухой кожи. Иногда бывает, что очень сильное раздражение. Иногда бывает, что сильное раздражение может давать какой-нибудь продукт. Вот серия Oxyology, вот Penka Moss, это вообще, наверное, вот, я не знаю, это вот открытие для меня, потому что я одно время даже экспериментировала. Вот Т-образную зону, где у меня жирная кожа, я очищала гелем, а пенку для мусс использовала только вокруг глаз. И знаете, очень хорошо помогала. Она быстро очищает кожу, она увлажняет, смягчает, снимает раздражение, улучшает цвет лица. И такое ощущение, как будто она изнутри, вот из-под слоя кожи, вытаскивает те ненужные продукты, вот те углекислые газы, которые вот наша кожа дышит, да, с воздуха. Может быть, неправильное наше питание, наши стрессы. Вот все, что накапливается на тип кожи, вот этот пенка мозга, такое ощущение, как будто она вытаскивает его изнутри, очищает нашу, вот каждый слой нашей кожи. Так, если поэтапно взять, то нужно сначала использовать молочко для снятия макияжа, чтобы снять макияж. Этот молочко, она эффективна при любых макияжах. И с лица, с глаз, с губ. Она даже удаляет стойкий макияж. После этого умываться уже очищающим пенка муслом, а после уже наносить и очистить ватным диском нежным тоником для лица, который удаляет остатки молочка, остатки пенки и остатки макияжа, если там они остались. Так, следующий слайд у нас. Для жирной и комбинированной кожи. Для жирной и комбинированной кожи вот этот гамаш, он вообще находка. Я вот столько провела мастер-классов у себя в офисе, все мои девочки, вот на ком мы провели этот мастер-класс, все были довольны. Вот именно вот ни разу я не провела на сухой коже, все время мы делали этот гамаш, провели на жирную кожу. Эффект супер. Наносим на лицо. Таком не тонким, а вот ну, достаточно таким слоем. Оставляем на 2-3 минуты, чтобы она высохла. А потом массирующими движениями как будто его скатываем, чтобы она с лица и изнутри подкожного слоя она забирала все ненужные вещи. Вот мертвый эпидермис отщелушивается с поверхности кожи. Такой вот жирный блеск она полностью устраняет и
такое ощущение, как будто кожа дышит после него. Это вообще очищает гамаш по сравнению со скрабом для жирной кожи, она наиболее эффективна. Потому что когда вы оставляете его высыхать, она изнутри кожи вытаскивает все вот ненужные и сальное железо, и вот так, что-то мне здесь не показывает. А, вот она. Так, следующее. У нас тоник для лица. Тоник для лица. После гаммажа мы используем очищающий гель для умывания. Гель для умывания, когда вы нажимаете дозатор, она чуть-чуть превращается в пенку. Более такое ощущение, как будто она нежная становится. При очищении кожи она тоже удаляет макияж. Самое главное, она сильно не сушит кожу, что дает очень такое комфортное и свежесть, и комфорт. А после этого уже обрабатываем лицо тоником, который удаляет излишки жира и увлажняет кожу, и подготавливает его уже к следующей процедуре. И да, самое главное, серия Oxyology, насколько я знаю, не содержит спирта, поэтому она подходит не только для сухой, комбинированной или жирной кожи, но и для чувствительной кожи. Поэтому его можно смело рекомендовать своим клиентам и консультантам. Так, это у нас серия для всех типов кожи. У нас сейчас вот начинается жара. Мы должны, соответственно, приготовить нашу кожу, чтобы она сильно не воздействовала под жарким солнцем, чтобы она была готова. Поэтому, так, скраб, она подходит для всех типов кожи. Мицеллярный лосьон для снятие макияжа или для умывания, она тоже подходит для всех типов кожи, и даже для чувствительной кожи можно его смело, даже в области глаз можно его использовать. Он раздражения не дает, глазки не щипит. Спокойно можно его использовать. Отдельно хотела рассказать про восстанавливающий активный спрей Oxyology. Это вообще такая супер вещь. Палочка-выручалочка, можно сказать, особенно летом. Если у вас сухая кожа, вы с таким упорством еле-еле-еле утром сделали макияж, а вечером он у вас уже, наверное, где-то вниз, тональный крем куда-то дальше ушел, тушь вообще стекла или карандаш для глаз. Ну, от макияжа не осталось ничего. Если спрей для лица используют в течение дня, просто попшикав, да, вот на лицо 2-3 раза в день, то он играет роль как фиксатора макияжа. Он очень хорошо увлажняет кожу. Он дает, вот защищает кожу от потери влаги. Поэтому если ваша кожа увлажнена все время, она не высыхает, и жирные вот эти блески не появляются, соответственно, и тональный крем не стекает. Макияж у вас будет фиксированным. Также он очень такой хорошо себя зарекомендовал, особенно мы пользуемся во время мастер-классов, когда используем какие-нибудь маски для лица. Прежде чем как наносить маску, мы вот если по один раз попшикав по лицу, после нанесения маски он усиливает воздействие этой маски или скраба, или вот гаммажа, вот ну с чем вы хотите поработать, он вот усиливает воздействие этих продуктов. Так, его можно использовать в двух вариантах, как спрей. Просто так взять, попшикав по поверхности кожи.
Или можно, если его вылить в эти маленькие контейнерки из-под льда, вот как лед. Как лед его можно использовать вокруг глаз очень хорошо. Он стресс снимает, усталость лица, кожи сразу же удаляет, и плюс к этому воздействует уже разглаживанию морщинки вокруг глаз. И лицо очень хорошо освежает во время вот наших жарких периодов. Так, многих из моих вот консультантов, которые приходят часто у меня спрашивают, вот они говорят, чтобы им рекомендовали отдельное. Вот не обязательно все вместе, а именно для глаз, чтобы было отдельно. Вот двухфазные средства для снятия макияжа, вот поверхность этой фазы – это масло. Она снимает даже стойкий макияж, водостойкий макияж. Вот тушь с глаз, там водостойкие тени, водостойкие. Вот подводку он очень хорошо очищает с глаз. И самое удивительное, что он не дает раздражения и не шипит глазки. Освежает очень хорошо. И после умывания глаза, там, если вы не хотите использовать крем вокруг глаз, и вот можно после него и даже не использовать крем. Но все равно лучше, конечно бы, чтобы воспользоваться кремами вокруг глаз, чтобы у нас морщинки не появились, чтобы морщинок больше не стало, или уже для профилактики вот морщинок. Так, уход за жирной и проблемной кожей. Серия Ultra Green мне очень нравится самой. Я вот года два назад я им очень сильно пользовалась. Если честно сказать по секрету, у меня муж пользуется гель-скраб-маской очень хорошо. Вот он подходит как для мужчин, так и для женщин. У меня сын-подросток, вот им пользуется, вот у него краснота на лице, вот маленькие мелкие прыщики, которые уже начинаются с переходным возрастом появляются, у него вот это сейчас мы как профилактику ему делаем. Одно время у него очень много было, сейчас вот намного лицо чище стало. И, конечно, его слишком много использовать тоже не советуется. Там одно время у нас один случай был, пришла девушка и сказала, что вот ваш скраб, он плохой, вот редиска, последняя редиска. Я говорю, что случилось? Она говорит, вот этот гель-скраб я взяла, мне сказали нанести его на 15-20 минут. Я нанесла на лицо, потом сидела возле телевизора и смотрела турецкий сериал. Я говорю, и что дальше? Она говорит, ну, пока один серия закончился, я пошла лицо умыла, и у меня были красные волдыри в лице. Я говорю, ну хай, а что? А что вы от меня хотите? Она говорит, ну вот ваша маска это сделала. Я говорю, слушайте, турецкий сериал, одна серия, сколько минут длится? Она говорит, я не знаю. Я говорю, ну подумайте, там 40 минут, наверное. Вы 40 минут держали маску? Я говорю, ну, в некоторых масках же там есть эффект, если чем больше держишь, тем оно эффект лучше. Я говорю, слушайте, одна чайная ложка меда это лекарство. Стакан меда – это уже яд для человека. Вот то же самое, если у вас проблемная кожа. Это вот серия Ультра, я его вот для себя, для своих девочек говорю как бы аптечную серию, потому что она действительно помогает устранять воспаление, действительно сужает пору, снимает раздражение, покраснение, да, вот она действительно как вот лечебные свойства имеет. Он очень сильный антиоксидант, который выводит лишние, вот ненужные вещи с кожи. Поэтому я говорю, извините, но это уже ваша вина. Ну, потом я рекомендовала ей пару из наших, кремов, масок. Ну, после этого где-то 10 дней она походила. Уже мы, девочками, сами взяли ее под контроль, уже начали. Ну, через 10 дней эти волдыри у нее исчезли, но вот осадок у нее остался. Теперь она у нас консультантка,
Она теперь все знает, а каждый раз приходит вот на своем горьком опыте, она уже знает, как, если у нее нет информации, если она не обладает, не знает о продукции продавать, она это точно не может. Поэтому каждый раз, когда она приходит ко мне, спрашивает. Если какие-нибудь новинки, то мы стараемся вместе сидеть, всю эту новинку изучать, там сразу отзывы посмотреть или какие-то компоненты, начинаем в Гугле искать, что этот компонент, как он действует и почему, вот для чего он работает. Вот мы теперь вдвоем стараемся это делать. Поэтому вот именно вот надо спрашивать у своих новых консультантов и у своих новых девушек, чтобы они все время рекомендовали именно вот ту продукцию, которая подходит этому человеку. Если консультант спрашивает все время у клиента, если консультант все время задает уточняющие вопросы, мне так кажется, что он выходит в роли эксперта. У клиента начинается доверие к нему. Раз он спрашивает, значит, он что-то знает. Поэтому все время я своих девочек тоже учу, чтобы они спрашивали, сначала определяли, потом уже рекомендовали. Потому что у нас из серии вот против акне есть две серии, вот ультра и еще и серии эксперт. Поэтому там нужно посмотреть по типу кожи, какое это акне, и уже после этого уже рекомендовать. Надеюсь, вам не скучно, а то однообразие я все читаю здесь у себя. Micellarная вода для снятия макияжа. Ну, это уже я тоже, как предыдущие эти говорила, она подходит для жирной кожи, она хорошо вот в летнее время, потому что устраняет жирный блеск, успокаивает кожу. Можно его днем, если вы не используете тональный крем, если вот клиенты не используют тональный крем на лицо и пользуются ничем, вот на лицо ничего на лицо не мажут, вот кроме, ну, солнцезащитного SPF или что-нибудь такое, его можно носить с собой в сумочке, и днем, если это студентка или вот работающая, во время обеда взять ватный диск и 2-3 минуты вот жирный блеск убрать с лица, лицо снова же чистое. Лицо очень такое свежее, поэтому его удобно. Он и флакон удобно с собой носить, и он очень хороший вот противовоспалительный эффект имеет. Он также хорошо удаляет макияж, он сужает вот поры жирной кожи, успокаивает. Одно есть но здесь. Если вы используете эту мицеллярную воду как снятие макияжа, то обязательно его нужно смывать. Потому что любая мицеллярная вода, она снимает макияж, но сам остается в коже. Поэтому всю мицеллярную воду обязательно, вот, при мере необходимости, нужно смывать там пенкой или гелем для умывания. Вот гель-скраб-маска, вот мой любимый продукт, который я действительно люблю, обожаю, который очень так воодушевленно всем рассказывают, своим консультантам. Мои девочки об этом уже знают, что вот я прям его вот люблю, вот он мой вот продукт. Дело в том, что вот я кому бы его не рекомендовала, они все вот то, что я говорю, они действительно говорят, это правда. Он мгновенно устраняет воспаление, выравнивает тон кожи, глубоко очищает поры, отшелушивает, там устраняет вот эти красные воспалительные эти на лице. Его гель-скраб-маску можно использовать рассматривается три способа применения. Как гель,
это ежедневно. Можно просто нанести на влажную кожу лица массирующими движениями и потом уже смывать водой, тепленькой водой желательно. Это для ежедневного воспользования. А если вы хотите более глубокие очищения, уже наносить на влажную кожу лица слегка массирующими движениями. Особое внимание, вот Т-образная зона, вот область носа, подбородка, лба, нужно побольше именно массировать, особенно область подбородка. У нас самое вот жирное место, особенно у нас здесь. Потом смывать его обильно, очень хорошо смыть водой, чтобы без остатков, чтобы он на лице не остался. Как скраб можно использовать его 2-3 раза в неделю. Не, если вы хотите именно как скраб нанести, чтобы она на лице у вас там от 2 до 3 минут держался, вот как скраб, действительно его нужно, необходимо вот 2-3 раза в неделю, не чаще. А как маска, это уже очень сильное, очень глубокое очищение. Его как маска наносите на лицо, оставляйте на 5 минут до высыхания. Затем круговыми движениями начинайте его, вот массирующим круговым движением, когда пальчиками вы проводите, она уже начинает от кожи отделяться потихоньку-потихоньку и начинается скатываться. Это вот как маску я бы больше рекомендовала вот тем людям, у которых очень сильные, у которых очень вот много угревой сыпи, аж до красноты, и плюс к этому угревая сыпь есть, которая поверхность кожи сухая, и угревая сыпь есть, которая поверхность кожи жирная. Вот как маска его лучше использовать, как вот на лице, когда жирный блеск, когда вот жирный слой поверхности кожи очень сильный. Вот как маска, он здесь очень хорошо помогает. И вот его тоже, если как маска нанести на лицо, то 1-2 раза в неделю тоже хватит. Чаще не рекомендуется. И самое главное, очень обильной водой его нужно смывать, чтобы не осталось на коже лица. После скраб-маски можно использовать матирующий тоник. Он остатки скраба, если у вас все-таки осталось, он убирает, он смягчает кожу, снимает раздражение и уже подготавливает кожу к воздействию других. Крему можно, крем после него наносить, или уже после тоника даже иногда бывает, что ничего не нужно наносить. Уже лицо само свежее, лицо самое... Так, лицо чистое. И самое главное, не сухая. Поэтому это уже наносит крем или не наносит, это уже по желанию человека. Так, у нас серия Ultra Green была для жирной кожи. А вот серия ICU, корейская косметика, у нас для всех типов кожи. А, да, я забыла вам сказать, девочки, что серия Ultra Green можно рекомендовать с 13+. Уже подростковым возрастом, девочкам, мальчикам, у которых уже есть признаки покраснения, есть признаки угревой сыпи, можно уже использовать. В последнее время у нас в интернете, в Фейсбуке очень такой ажиотаж идет вокруг корейской косметики. Все, вот все вот даже ко мне в офис приходят и спрашивают: у вас нет корейской косметики? Я говорю: есть. Вот показываю. Мы провели несколько мастер-классов по ним.
Корейская косметика ICU это действительно компоненты корейских компаний, изготовлены из корейских компонентов, но с учетом особенностей европейского типа кожи. ICU, я до того, как его сама на себе попробовала, я почему-то думала, что вот когда я увидела масло, я думала, что она для сухой кожи. Оказывается, нет. Вот она для моей проблемной кожи тоже очень подошло. Самое удивительное, вот масло, если его просто взять, использовать на очищенную кожу лица. Сейчас мы посмотрим следующий слайд. У нас, по-моему, масло должно идти. Да, вот. Масло, гидрофильное масло, ICL для очищения. Девочки, вот я специально во всех своих слайдах постаралась артикулы указать, чтобы вам было легче. Он подходит не только для сухой кожи, он даже подходит для жирной кожи. Он хорошо смывает макияж. Он циркулирует воздух в коже. Он очень хорошо даже подходит для массажа лица с помощью наших массажных аппаратов. И даже можно элементарно просто взять силиконовый спонжик, наносить чуть-чуть вот этого масла и на очищенную кожу массирующими движениями по массажным линиям вечером перед сном просто провести массаж лица. У вас лицо после этого намного свежий, отдохнувший вид. Кожа очень чистая. И самое главное, нет жирного и липкого эффекта после него. Для жирной кожи я бы его рекомендовала после использования, после снятия макияжа, как вы используете масло, его уже... Так, после использования масла смывать гелем или пенкой, чтобы, если эта кожа жирная, то чтобы еще больше не вызвала жирный эффект на лице. Она еще хорошо подходит для успокаивает раздраженную кожу. Она очень хорошо успокаивает раздраженную кожу. А если его так, мы делали два вида. Мы использовали ватный диск на сухую кожу и использовали вот этот силиконовый спонжик. Эффект от силиконового спонжика был больше. Потому что ватный диск все равно, оказывается, воздействует как раздражитель у некоторых. Поэтому вот желательно масло или тоник использовать с силиконовыми спонжиками, чтобы вот лишнее раздражение на сухой и раздражительной коже не было. Он легко смывается водой. Он снимает даже очень стойкий макияж. Если использовать всю серию ICU, то это вообще действительно лицо после всей серии ICU, она матовая, вот увлажняющая нежная пенка для умывания, вот можно его использовать. Великолепно очищает кожу, с ним устраняет жирный блеск, удаляет остатки масла, удаляет остатки макияжа. Он очищает кожу очень хорошо, даже кожу вокруг глаз. Смывает тушь, тени, подводку очень хорошо тоже смывает. Поэтому он... И самое основное серия ICU – это источник полезных микроэлементов, которые способствуют глубокому и эффективному очищению кожи. Плюс к этому здесь есть провитамин B5, который увлажняет, смягчает и влагоудерживает в коже.
именно влагоудерживающий компонент очень хорошо нам помогает при наших жарких погодах. Так, здесь очень удобный дозатор. Когда вы нажимаете, там вот внутри гель, он уже как пенка выходит. У серии Oxyology точно такая же дозатор. Пенка очень нежная на ощупь. Я когда один, первый раз его попробовала, я думала, что он не снимет макияж. Нет, оказывается, снимает и удаляет макияж очень хорошо. Несмотря на то, что пенка очень нежная, она на ощупь такая, ну, приятная. Очень мне он понравился, когда можно воспользоваться. Гель-скатка для лица. Гель-скатка – это вот… Я почему-то сначала подумала, что он… Просто его нужно взять и умываться. А когда мы нанесли его на лицо, первый раз, когда мы сделали мастер-класс, мы… Эффект от него было… Вот он даже отбеливает кожу. Вот нам, девочкам, вот как после проведения макияжа, вот мы увидели эффект, что он отбеливает кожу. Вот здесь есть фотография губки, да, вот которая показывает. Вот эта гель-скатка, он действительно, как вот губка, все, излишки жира, которые есть на лице, мертвый эпидермис, который вот поверхности кожи имеет. У нас по лицо ежедневным воздействием наших углекислых газов, которые от машины, от автомобилей выходят, эта кожа все равно воздействована этим всем. Наша кожа этим воздухом дышит. И вот этот слой углекислых газов и всех этих там дымов и все, что вот на воздухе есть, у нас на коже это все равно остается. Поэтому вот этот гель-скатка для лица, он очень глубоко очищает кожу, отшелушивает хорошо, имеет очень легкую текстуру. Способ применения: нанести слой таким тонким слоем на лицо, 2-3 минутки подождать. А потом, начиная массирующими движениями по массажным линиям, круговыми движениями провести по пальчикам по лицу. Даже вот когда вы начинаете массировать лицо, вы сами на ощупь будете ощущать, как вот излишки жира и излишки отшелушивания поверхности вашей кожи, огоревшие частицы, на руках она у вас будет выделяться. Она подходит как для сухой кожи, так и для жирной кожи. Вот здесь Нигина правильно заметила, что немножко она дает раздражение. Да, для сухой кожи она вначале дает раздражение, но это сразу же после, как смойте водой, через минут, через 20, если не применять какой-нибудь увлажняющий крем или тоник, она сама по себе проходит. А если применять уже тоник или крем, то вот это раздражение сразу же все исчезает. Гель-скатка, я вот в интернете, когда посмотрела информацию, очень популярный оказывается среди вот девушек азиаток. Вообще девочки из Кореи, они, оказывается, вот скатку очень любят. Когда пальчиками проведенные по руке, по лицу, вот вы скатываете все вот ненужное с лица. Вот как будто вы, вот эта как губка, она, гель-скатка, вытаскивает из самых глубоких слоев вашей кожи ненужные жировые отложения, которые есть. Но и самое удивительное то, что кожа не сушится после него. Эффект раздражения есть чуть-чуть, но не такой сильный. Эффект стянутости кожи, вот этого я не ощутила.
Так, витаминный тоник для лица. После скатки очень эффективно, и вот если последовательно взять, витаминный тоник очень хорошо помогает лицу. Так, витаминный тоник эффективно питает и увлажняет кожу, восстанавливает липидный слой, так, заряжает кожу энергией, способствует борьбе с несовершенствами, помогает удерживать влагу в эпидермисе. И у меня в конце презентации есть лайфхак один, который вот этот витаминный тоник вам поможет. Сам по себе этот витаминный тоник очень нежный. И самое удив... еще самое такое, это у него очень приятный аромат. Приятный аромат, даже когда мы нанесли на лицо во время мастер-класса, вот даже воздух в помещении был уже окутан этим ароматом. Поэтому вот это еще плюс ароматерапия для самого человека, как получается. Плюс к этому комплекс витаминов В, С, Е, который защищает кожу. Витамин Е это в основном помогает коже от старения. Этот комплекс еще имеет антиоксидантный эффект, который не позволяет коже глубоко втирать в грязный воздух, чтобы в нашу кожу глубоко не сел. Серия линейка Биомика – это забота о микробиоме лица. Это новое слово в очищении кожи. В средствах Биомика содержатся натуральные комплексы пребиотик Актибиом, смесь экстрактов водорослей и морских минералов. Это линейка Биомика от 90% до 95% состоят из натуральных продуктов. Оно больше подходит для уже возрастных, можно так сказать, возрастной кожи. Оно больше подходит для раздраженной кожи. Серия линейка Биомика очень хорошо воздействует на кожу, именно вот как я уже заметила, для возрастной типа кожи. Когда уже есть морщинки, есть сухость на коже, вот иногда бывает, что на коже есть какие-нибудь высыпания по возрасту. Вот эта серия Биомика, она очень это все хорошо устраняет. У нас вообще в организме и в коже в том числе есть бактерии, грибки и вирусы. Есть положительные, есть отрицательные. Есть вот полезные и есть вот неполезные. А вот серия Биомика помогает полезным, положительным бактериям и грибкам бороться с отрицательными. Вот он держит баланс на коже. Внешний вид кожи после применения здоровый. Эффект может быть сразу не появится, но после неделю или 10 дней, как вы будете воспользоваться этим средством, эффект будет очень хороший. Потому что он поэтапно и постепенно восстанавливает кожу. И самое здесь, наверное, плюс то, что объем большой. Когда по сравнению с другими тониками, по сравнению с другими муссами, здесь объем чуть больше.
Ну, наверное, он больше потом у наших консультантов доверие вызывает, и они, наверное, захотят его уже купить. Так, мусс, крем для умывания. Он подходит для кожи склонности к сухости. Вот именно мусс-крем для кожи, который имеет раздражение. Из 90% он натуральных компонентов состава, не содержит мыло, не содержит красители, не содержит силиконов, этилового спирта. Он гипоаллергенный, поэтому смело можно рекомендовать даже для очень раздраженной кожи. Вот здесь проведенный мастер-класс. Видите эффект, что вот у этой девочки есть раздражение на лице. Вот чуть-чуть краснота на коже высыпается. Вот после нанесения, как я прочитала в этой статье, через 3 дня, вот 3 дня подряд она вечером умывалась этим крем-муссом, и вот эффект через 3 дня. Эффект очень хороший. За счет того, что не содержит мыла и спирта, он не дает дополнительную раздраженность на кожу и очень хорошо успокаивает кожу. Вот даже можно сказать, чуть-чуть отбеливает, дает комфортно, кожа чувствует себя комфортно после этих. Мmicellarная вода для снятия макияжа. Так, и можно тоже вот снять макияж. Формула мицеллярной воды бережно очищает кожу. Он тоже 95,8% состоит из натуральных компонентов, тоже не содержит парабенов, силиконов, этилового спирта. Вот хотела заметить насчет этилового спирта, то что у нас практически вся продукция, у нас вся продукция имеет сертификат халял. Одна девушка недавно к нам пришла в офис и говорит, вот скоро Рамадан, мне бы хотелось вот купить какой-нибудь продукт, который бы вот был бы халялом, чтобы во время Рамадана, вот днем, я могла им воспользоваться. Это было насчет декоративной косметики. Я вот открыла сайт и показала, что практически 99,8% наших продукций имеет сертификат халял. Халял в каком смысле, что у нас состав наших продуктов нет запрещенных, вообще сертифицированных запрещенных препаратов. Это спирт запрещенных, которые вот сильно воздействовали на кожу, может быть там ГМО, нету наших препаратах генномодифицированных продуктов. И еще его можно смело использовать даже во время Рамадана или когда человек молится. Поэтому спокойно можно рекламировать, спокойно можно рекомендовать вот именно серию Биомика, в том числе своим консультантам. Так, он подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Он очень хорошо снимает макияж и заодно удаляет загрязнение кожи. Так, мицеллярный гель для умывания. Мицеллярный гель для умывания. Что-то здесь у меня следующий этот не выходит. Ай. Видимо, я забыла его эти сюда написать. Я расскажу вам так. Он предназначен для сухой кожи. Мицеллярный гель. Вообще-то можно его использовать для всех типов кожи, но больше он используется как для сухой кожи. Он также не содержит
Он также не содержит мыла, не содержит спирта. Спокойно можно использовать его. Ой, куда он делся? Так, сейчас минутку. Так, как предыдущие продукты, можно спокойно его использовать как для возрастной, так и для чувствительной, очень чувствительной кожи. Он очень хорошо смывает макияж с лица, он помогает восстанавливать микрофлору кожи, удерживая его на уровне нормально. После нескольких некоторых время использования ощущается уже улучшение кожи, ощущается не только вид лица, цвет лица улучшается, но и подтягивается чуть-чуть кожа, эффект лифтинга дает. Плюс к этому, очень хороший, здоровый, сияющий вид кожи получается у нас. Я пропустила. Сера Биомика, как я нашла информацию, можно рекомендовать 20+. Так, уход за кожей против 7 признаков возрастных изменений кожи. Это серия Вербена. У нас 30+, уже мы должны начинать, как у нас кожа начинает изменяться. Начинаются появляться мелкие морщинки, эластичность кожи начинается ухудшаться, поэтому серия уход за кожей против 7 признаков серии Вербена, палочка-выручалочка для нас получается. У меня сестренка скептически относилась к этой серии. Она не хотела, она пользовалась Нивея, она говорит, Фаберлик, не хочу, Нивея, очень хороший, увлажняет. Я взяла на 8 марта, ей подарила дневной и ночной крем и гель для умывания. Сейчас уже второй год, она пользуется только вербена. Сейчас я хочу рекомендовать ей другой крем, она говорит, нет, мне не нужно, принеси мне вербена и все. Поэтому, когда люди к чему-то привыкают, оказывается, иногда нужно их отучать. Серия вербена, по крайней мере, у меня, у моих консультантов, это любимый продукт. Мои очень хорошо знают этот продукт, рекламируют, рекомендуют своим, у кого уже возрастная категория соответствует. Серия Вербена помогает, способствует сокращению морщин, делает кожу более мягкой, эластичной, улучшает цвет лица, выравнивает поверхность кожи, да, сужает поры, делая их менее заметными, восстанавливает тонус лица. Когда вы всю линейку серии Вербена используете, эффект вообще будет вау, потому что Вербена так задумана, что летний вариант Вербена другой, зимний вариант вербена другой. Поэтому он именно рассчитан по изменению погоды. Если летний вариант взять, там есть SPF солнцезащитный. Поэтому он тоже очень хорошо помогает, улучшает нашу кожу и укрепляет ее защитный барьер. Он выравнивает поверхность кожи. Поэтому он очень хорошо, у кого, если сухая кожа, мы его рекомендуем. Все вроде бы пока довольны. Мицеллярная вода, это уже то, что бережно очищает, увлажняет,
освежает кожу, оказывает тонизирующее, антивозрастное действие. Но результат: кожа чистая, бархатная и сияющая кожа. Он подходит для всех типов кожи. Даже для чувствительной кожи он очень хорошо подходит. Он удаляет и стойкий макияж, то же самое. И в области глаз тушь, подводку можно тоже использовать против демакияжа, туши и подводки. Молочко. Он больше подходит для сухой кожи, потому что в составе молочка есть чуть-чуть эфирные масла, которые помогают нашей коже более комфортно чувствовать. Молочко очень хорошо и бережно снимает макияж, даже с области глаз, не раздражает кожу, сохраняет ее естественный вид. Очищающий тоник. После геля для умывания, тоник желательно, потому что вот тоник. Вот как я рассказываю своим девочкам, что, какую роль играет тоник для нашей ухода за кожей. Тоник играет роль, вот если вы посадили цветок и не полили воду. Вот тоник – это вот вода для нашей кожи. Если вы цветок каждый день поливаете, то и лицо просто умыванием недостаточно. Вот если вы проведете тоником, то сами ощущаете, что лицо намного стало улучшает цвет лица, она более освежается, она тонизируется очень хорошо, она становится более нежной, чистой, и кожа сияет. Поэтому любой вид тоник, который вы подобрали для себя, желательно после умывания, после очищения, перед нанесением кремов или макияжа обязательно воспользоваться тоником для лица. Гель для умывания, он подходит для ежедневного пользования. Он очень хорошо удаляет загрязнения и макияж и подготавливает кожу уже последующему нанесению продуктов. Как я уже сказала, после геля для умывания нужно применить тоник. После уже можно крем или CC-крем из этой серии. Увлажняющая маска для лица. Вот увлажняющая маска для лица, вот сейчас жаркий период, он очень хорошо помогает нам, который удерживает у нас в коже влагу. Он увлажняет нашу кожу, он способствует разглажению морщин, интенсивно питает и снимает, отшелушивает кожу. Его можно использовать, наносить на кожу на 15 минут, оставить после смыть. А можно оставить на ночь, если у вас нечувствительная кожа, и утром его смывать. Он тоже очень вот против 7 возрастных изменений очень хорошо работает. Так, серию про эликсир, Гарденика и Реванаж. Я для своих и вообще по своему ПВ говорю, что эти серии у нас элитная серия. Это у нас элитная серия по уходу за кожей. Почему? Потому что они уже работают по конкретному, по возрастной категориям. Они уже выполняют конкретную функцию. Они уже работают именно в те местах и устраняют те проблемы, которые вот зафиксированы в них. Мицеллярная вода с гиалуроновой кислотой ProElixir очень хорошо вот снимает макияж, эффект мицеллярной воды. Подходит для глаз, лица и губ. Поглощает все загрязнения и кожный жир, ухаживает за кожей лица, подходит для всех типов кожи. Он не оставляет липкой пленки для лица. После него лицо становится мягкой, цвет лица выравнивается,
ощущение легкости, ощущение, что кожа дышит. Если именно серию 30 плюс рекомендовать серию про эликсир, противомощный эффект в серии про эликсир больше. Через 2 недели, вот 14 дней или 10 дней или 14 дней, как вы начинаете пользоваться серией про эликсир, намного улучшается цвет лица, устраняются мелкие морщинки. И самое хорошее, что они вот в дальнейшем не позволяют развиваться еще больше. Они, вот, можно сказать, стоп-машин, имеют вот такое... Триактивная маска-патч для лица с гиалуроновой кислотой. Гиалуроновая кислота увлажняет, питает нашу кожу. Хорошо, вот после него маски, после нанесения этой маски, у нас кожа дышит очень хорошо. Это продукт, уход за кожей, который позволяет нашему кожу восстанавливаться поэтапно. Он улучшает цвет лица, он восстанавливает вот, влажный барьер кожи. Это, именно эта маска, он работает в трех направлениях. Он заметно сокращает количество первых морщин, придает гладкость, фарфоровую матовость кожи, мгновенно устраняет среди усталости и стресса. Если вы целый день были на работе, у вас был тяжелый день, а вечером вам нужно идти куда-нибудь, ну, в ресторан, на свадьбу или в какую-нибудь вечеринку. Вот бегом прибежав домой, нанесите гиалуроновую вот маску патч на лицо на 15 минут, смойте лицо, и у вас лицо бархатное, нежное, вот свежее, как будто вы принимали спа-уход за кожей. Вот после него даже тональный крем ровно ложится. И можно делать полный макияж лица, там корректоры будут хорошо сидеть на лице. Лицо у вас отдохнувшее, свежее, сияющее после него. Вот маска – это вот действительно палочка-выручалочка для косметички каждой девушки должно быть. Вот именно по возрастной категории 30+. Гелевая маска-патч вокруг глаз. У кого 30+, если вы заметили, у многих наших женщин темные круги, отеки вокруг глаз. Вот именно вот эта гелевая маска-патч, гелевая маска-патч для вокруг кожи глаз, она даже после одного применения успокаивает и увлажняет очень глубоко кожу вокруг глаз. Повышает содержание коллагена в коже. Коллаген – это тот продукт, который помогает нашей коже вот, оставаться ровной. Если уровень коллагена снижается в нашей коже, то появляются морщинки. И начинается кожа уже терять свой сияющий вид. Поэтому это гелевая маска-патч. Его тоже вот наносите, поставить на лицо. На одна пара маска, это рассчитано на одно применение. Если оставить его на лицо на 15-20 минут, после этого просто смыть тепленькой водой и можно наносить крем вокруг глаз. Даже с первого применения вокруг глаз темные круги и отеки исчезают. Намного кожа становится светлее, намного ухоженная и намного сияющая. А также устраняются мелкие морщинки, которые есть вокруг глаз.
Девочки, вы там еще не заснули? Не скучно? Вторая элитная серия по уходу за кожей, это уже 40+. Серия Гарденика, вот честно признаюсь, мне 39. Я уже начала пользоваться серией Гарденика. Вот только на днях приобрела себе полную серию Гарденика. У меня с возрастом, оказывается, уже меняется тип кожи. У меня вот, если вот год назад была проблемная кожа, вот комбинированная, сухая, жирная, сейчас она уже начинается вставать, она больше уже сухая. Вот жирный блеск, жирные участки становятся намного меньше уже. Поэтому вот я уже начала пробовать серию Гарденика. По своему опыту скажу, она имеет эффект отбеливания кожи. Вот у меня есть пигментация. У меня есть веснушки, которые я люблю. Я считаю, что эти мои веснушки – это моя визитная карточка. Я их очень люблю. Но и веснушки, и пигментация у меня еще была. Вот эту пигментацию намного оно осветляет. Я очень много прочитала, прежде чем как начала использовать. Я шарила по интернету, вот прогуглила все, наверное, вот про что такое Гарденика, что такое вот вся эта серия. Отзывов положительных о нем очень много. Она хорошо воздействует на кожу, она улучшает цвет лица мгновенно. Вот вечером я прихожу, уставшая после тяжелого дня, я вот умываюсь пенкой, наношу ночной крем сразу же на лицо. Вот такое ощущение, как будто я сразу же после душа. Вот как будто я вот глубокое очищение лица себе сделала, как будто вот даже вот просто воспользоваться пенкой и ночным кремом, ощущение, как будто вот скраб или скатку, или вот что-нибудь такое я использовала для лица. Пенка очень нежная, не оставляет сухости на коже, стянутости, дискомфорта после умывания. Мягкая она по формуле, она имеет такой приятный аромат, цветочный аромат. Имеет компоненты, которые обеспечивают коже и поддерживает водный баланс, что вот не дает нашей коже высушиться, не дает нашей коже чувство стянутости и дискомфорта. Вот, пенка очень хорошая именно вот для снятия макияжа или для умывания. Серия Реванаж. Серия Реванаж, она тоже, я его говорю, это элитная серия. Оно работает именно на те проблемы, которые вот задана на 50+, это борьба с морщинами. Он хорошо, пенка, крем пенка, он хорошо подходит для сухой кожи, для деликатного умывания. Здесь вот как на всех наших продуктов есть компонент NovaPhthem O2, это вот уникальный кислородный комплекс, да, который доставляет кислород в глубокие слои кожи. Вот здесь он тоже есть. Также он содержит ухаживающие компоненты, которые обеспечивают коже питание, поддерживает водный баланс, не дает коже высушиться, эффект стянутости кожи здесь вот не будет. Нежная текстура, которая смывает макияж, очищает кожу от загрязнения очень хорошо. Он мягко удаляет загрязнение с поверхности кожи, увлажняет кожу, восстанавливает естественный уровень pH. Вот как серия Биомика, он серию pH баланс вот восстанавливает, удерживает на коже. Вот серия Реванаж то же самое. Клинически вот доказано,
так, что до 82% кожа более устойчива к деформации. Значит, увядание кожи, вот в области подбородка, обвисание кожи. У вас, вот, если вы пользуетесь этим средством, этой серией, вот это обвисание кожи у вас уже не будет. Так, следующая серия. Следующая серия у нас серия «Ботаника». Ну, я здесь много я о нем говорить не буду, потому что это очень распространенная у нас серия. Серия «Ботаника» у нас тоже разделяется по возрастной категории. Вот серия «Oxyology» – это у нас по типу кожи. Элитная серия, как я сказала, это у нас тоже по возрастной категории. А серия «Ботаника» тоже по возрастной категории. Он начинается с 20+, до 60+. А вот очищение кожи на основе «Василька» и «Граната» и серии, вот, серия «Свежесть и комфорт», серия «Ботаника», он подходит для всех типов, вот для всех возрастов, начиная с 20, да, вот уже больше 60. Здесь скраб, она подходит так для сухой, так и для жирной кожи, она для всех типов кожи, очень хорошо очищает, отшелушивает очень хорошо кожу. Молочко для снятия макияжа, как для чувствительной, для сухой, так и для жирной кожи, он тоже очень хорошо подходит, можно спокойно им снять любой макияж. Гель для умывания, он нежно умывает и смывает с лица остатки макияжа, загрязнения, он хорошо увлажняет кожу, а вот тоник для лица, он восстанавливает водный баланс вот на лице, способствует омоложению кожи, да, вот улучшает цвет лица. Вот в составе этих продуктов есть василек, который обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. Противовоспалительное действие – это у нас, вот, когда начинаются мелкие прыщики появляться на лице, красные пятнышки. Вот этот тоник, вот эта серия тоже очень хорошо помогает при таких недостатках кожи. Он, гранат, богат витаминами, минералами, способствует омоложению кожи. А если это взять 20+, то он не допускает появления морщин на лице. Он на 90% состоит из натуральных ингредиентов, поэтому даже для чувствительных и к тем, у кого вот аллергические сыпы, может быть, аллергическая реакция на лице, они могут его пользоваться, но желательно, потому что он 90% состоит из натуральных компонентов, чтобы какой-то компонент не дал аллергической реакции, желательно сначала нужно сделать пробу. Но я вот, мы сколько раз проводили мастер-класс тоже по этой серии, у нас никаких осложнений, вот никаких раздражений на коже не было. Так, мы вот заканчиваем уже очищение, но какое очищение, если у нас нет аксессуаров? По уходу за кожей, вот как я говорила в начале, спонжики. Спонжики для умывания, вот этот силиконовый спонжик, он помогает глубоко очистить лицо даже с помощью геля. Если вы наносите гель для лица, гель для умывания, или пенку, или мусс для умывания, вот на спонжик, и этим спонжиком нежно массируете кожу, вы микроциркуляцию обновляете в клетке кожи. Она улучшается, микроциркуляция, она обновляется. Кожа после него становится более ровной, гладкой, шелковистой. Она очень хорошо, вот именно силиконовый спонжик очень хорошо подходит для чувствительной и сухой кожи, потому что он нежно воздействует на кожу, нежно соприкасается с кожей. Он идеально подходит вот для того, чтобы очистить сухую и раздраженную кожу.
Также, если вы хотите, чтобы вот лишний раз для сухой кожи соприкосновение с рукой, с пальчиками, тоже иногда дают раздражение. Вот использовать этот спонжик, а можно нанести тональный крем или обычный питательный или увлажняющий крем для лица. Я считаю, что для каждой девочки в косметичке он должен быть. Так, следующий аксессуар, у нас он уже больше подходит для жирной кожи. Это целлюлозный спонж с большими порами. Он 100% натуральный. Он подходит как для умывания, так и для очищения лица. Этим спонжиком можно очистить макияж. Этим спонжиком можно умываться с легкими массирующими движениями. Он хорошо очищает кожу, при этом не травмирует ее, не раздражает чувствительную кожу. Да, он помогает пениться гелю или пенкой для умывания, которые помогают экономить средства для умывания. Он также и отлично, вот как я уже заметила, отлично удаляет макияж. И еще, если вы пользуетесь гелем с каткой или скрабом или гаммажом, то вот этот спонжик, когда вы его замочены в воде, намочите его в воде, она такая мягкая и нежная становится. Если вы смываете маску для лица, скраб для лица или гаммаж с лица этим спонжиком, то эффект будет еще больше при жирной коже, потому что он больше вот начинает вот как вот губка начинает себе впитывать все вот излишки жира и излишки вот скраба и маски, которые остаются на лице. Вот после него лицо тоже свежее, ухоженное и здоровый вид. Он очень хорошо помогает. Так, теперь вот некоторые лайфхаки. И вот секрет моей косметички. Если вы хотите научиться чертить ровные стрелки для глаз, то вам необходимо тоник, вот любой тоник для лица. И ватные палочки. Встаем перед зеркалом, берем карандаш или подводку для глаз и чертим стрелки. Если у вас неровно, если у вас криво, если у вас там замазалась или наверх она уплыла, или руки дернулись, или кривая, косая какая-нибудь получилась, ничего страшного. Берем ватную палочку и тоник. Вот этим устраняем излишки и устраняем недостатки, пока у вас не получится ровные стрелки. Вот тоник для лица, она очень хорошо смывает, очищает, да, и вот помогает нам. Я вот сама этим способом научилась чертить ровные стрелки для глаз. И вот своим девочкам тоже вот рекомендую. Я говорю, вы будущие невесты, это вам пригодится. До каких пор вот мы будем ходить по салонам, да, чтобы нам делали макияж. Макияж нужно уже делать самому. Особенно стрелки, это вот на каждый день такой тоненькие стрелки на глаз. По-моему, это очень красиво и естественно получается. Поэтому, если хотите тонко научиться нарисовать, пока не научитесь, вот ватные палочки и тоник вам поможет вот для идеальных стрелок. И второй лайфхак, который я хотела вам сегодня насчет него сказать, у нас для высохшего туша. Иногда ко мне приходят в офис девочки и говорят, вот я получила тушь, и она сухая. Я говорю, она не может быть сухой. Они говорят, нет, вот сухое. Но есть некоторые консультанты, которыми вот не хочется спорить, потому что это бестолку. У меня всегда в офисе рядом с моим компьютером стоит капли для глаз или вот этот тоник ICL. Незаметно, не показывая консультанту, я вот если тоник, то один раз пшикаю, а если это капли для глаз, то
одной, две или три капли, смотря насколько эта тушь высохла. Если его использовали некоторое время, то 2-3 капли. А если она новая и просто консультант капризничает и говорит, что она высохшая, просто одной капли достаточно. Закрываем и минут 20 его держим. После этого открываем. Тушь у нас опять такой же эластичный, красивый, и его можно спокойно использовать. Не боясь того, что она даст раздражение, не боясь того, что на глаз какой-нибудь аллергический этим, никаких этих до сих пор у нас не было. Вот этот немножко у нас лайфхаки насчет, как устранить высохший тушь, сделать опять таким же, вот, чтобы можно его было использовать дальше. Так, кажется, у меня все. Вот, я извиняюсь, я немножко вот от темы ушла. Профилактика полости рта. Вот в связи с этой паникой, которая сейчас у нас по городу гуляет, паники по всему миру, да, вот мойте руки. У нас в компании очень широкий выбор жидких средств или вообще гигиены для рук. Жидкое мыло. Жалко, что в последнее время твердых мыл нет в каталоге. Можно вот для рук использовать жидкое мыло, а вот чтобы хорошо, вот профилактика полости рта, слизистой оболочки рта, вот эти средства полости рта, кислородный профилактический ополаскиватель, лечебные травы, очень хорошо помогает. Я его использую детям своим, даже во время, вот если у них начинается фарингит, или вот они начинают чуть-чуть кашлять, и горло у них начинает шипеть. Вот кислородно-профилактический вот этот ополаскиватель очень хорошо помогает. Он даже помогает моему младшему брату, его полость рта склонна к стоматиту. Вот этот лечебный ополаскиватель ему очень хорошо помогает. Вот он 10 дней ополаскает, вот месяц нормально, вот через 10 дней он опять начинает им полоскать. Вот уже последний год он не знает, что такое стоматит. У него вот зубы стали намного твердыми, воспалительный процесс полностью ушел, запах изо рта он очень хорошо даже снимает. Ну, чуть-чуть из-за лечебных трав он, конечно, вот неприятно, чтобы его ополаскивать, вот больше 5 минут некоторые не могут его во рту держать, да, но желательно, даже если у вас вот скоро роза начинается, а вот свежесть дыхания, вот это вот необходимо, да, вот для каждой из нас. Поэтому вот утром и вечером вот полоскать рот вот этим ополаскивателем, это вообще эффект будет очень хороший. У вас свежее дыхание, у вас зубы укрепляются, у вас десны свежий и здоровый вид приобретут. Поэтому вот он тоже для нас сейчас вот в данный момент. И тем более по профилактике вот этих вирусных инфекций, он очень хорошо борется с ними. Я одно время даже сыну взяла его, у нас капли для носа закончилось, я его взяла и перелила во флакон для капли для носа. И по одной капле я капала сыну в нос. И вот представляете, вот через на второй день у нас насморка не было. Ну, сын, конечно, капризничал, он не хотел, потому что он немножко острый и шипит. Но после того, как я капала вот лечебные травы в нос, я покапала маслом, обычным растительным маслом. Вот эффект очень хорошо. Он растительное масло снимает раздражение, поэтому больше капризов у нас не было. Второй ополаскиватель – это вот для свежести, экстра свежести, который обеспечивает комплексный уход за зубами и деснами, гарантирует продолжительность свежесть дыхания, вот что тоже. И что хорошо, он подходит для всей семьи. Можно использовать всем, даже ребенку. Вот я только возрастную категорию я не нашла, но, наверное, 12+ тоже, да, вот подросткам уже тоже можно им использовать. Он не содержит спирта, поэтому это халял. Можно спокойно пользоваться, чтобы вот во время Рамадана без всяких этих, чтобы вы не
халол, халял или халял. А этот ополаскиватель у меня, я его одно время рекомендовала в одну я ходила в одну клинику лечить зубы. И просто вот рекомендовала своему врачу. Я сказала, вот так вот у нас есть вот такой препарат, вот как вы об этом думаете? Девочки, она работает пародонтологом. Вот второй год она заказывает и выписывает своим пациентам этот ополаскиватель. Он очень хорошо борется с воспалением полости рта. Длительная свежесть дыхания, вот, зубы хорошо очищает. Эффект вот желтизны, вот после кофе, после соков, вот он убирает, снимает налет зубов и языка. И самое главное, он вообще, в общем, в полости рта очень хорошее воздействие имеет. Здесь комплекс трав, комплекс растительных аминокислот, который тонизирует стенки кровеносных сосудов, да, уменьшает воспаление, кровоточивость десен, как я и сказала, дает свежесть дыхания. Вообще это очень, вот даже у меня врачи-стоматологи, которые вот они приобретают, они у меня его очень хвалят. Поэтому он достойный похвалы. Вот тем более вот период вот таких вирусных времен можно спокойно пользоваться, можно спокойно рекомендовать своим клиентам, своим этим. Девочки, я надеюсь, что вам понравился вебинар. Если было интересно, я очень рада. Если кому-нибудь нужен этот мои слайды, я с удовольствием поделюсь с вами. Если эти картинки, надеюсь, что вам помогут. Это шпаргалка для ваших консультантов. Вы можете по отдельности каждый продукт отдельно бросить в чатах своих. И когда у ваших консультантов, лидеров и клиентов будут информации, соответственно, они будут приобретать эти продукты. Спасибо всем большое. Мавлюда Рахматовна. Спасибо вам большое. Мне кажется, вебинар прошел очень интересно. И каждый из нас вынес для себя какой-то новый продукт. Мы очень много узнали о линейках. Как я в начале вебинара сказала, наш бизнес состоит в том, чтобы мы умели правильно продавать наши продукты. Зная нашу продукцию, мы будем ее также и продавать. Еще раз спасибо вам, Шахноза, всем, кто присоединился к нам. Мы тоже вам всем благодарны, что уделили время. Это время, оно, мне кажется, было потеряно не зря. Вот, следующий вебинар мы будем проводить на следующей неделе, так как мы посмотрели, у нас 24-го начинается священный месяц Рамадан, и это будет первый день месяца, и, наверное, мы пятницу пропустим и начнем уже цикл вебинаров со следующей недели. Всем отличного закрытия периода. До встречи. Всем желаю удачи, успехов. До свидания.